уточнить, как я могу построить свое отношение, свою реакцию на любые мысли и ощущения, которые я получаю от окружения, чтобы это было все в правильном пути, в правильном виде в пути. Как я должен отреагировать на окружение для того, чтобы себя более прямо направить на цель? Верно. Я должен видеть не их, а во всех их воздействиях я должен видеть Творца. Это прежде всего. Теперь реакция. Потом поговорим. Но прежде всего должно быть это. Ну, продолжай. И тогда реакция. Это тебе уже понятно? Непонятно, но... Я не хочу перескакивать, потому что это определяет. Отсюда и далее уже нет проблемы. Уже есть, конечно, расчет у меня, но прежде всего, с кем у меня есть расчет? У меня есть расчет только с кем-то одним. Нет никого, кроме него. Он через всех вот этих, и вообще через весь мир, и вообще, и я изнутри. Так он влияет. На что он влияет? Не на это. Он влияет на мою точку в сердце. Послушай. То, что происходит у меня в теле, во всех моих желаниях, и то, что я чувствую изнутри, и то, что я чувствую снаружи, от родственников, от близких, от далеких, от всех, от всех, от всех, все это происходит в таких кругах, и все это идет к точке в сердце. Это все Творец влияет на меня. Есть здесь окружающий свет, Оросувев. И он проходит через все эти категории. Тут есть миры, этот мир, человечество, группа, группа, учитель, прочее. И здесь внутри мое эго, сердце. И только на точку в сердце на это направлено воздействие Творца. Только на точку в сердце. Все остальное не идет в расчет, потому что ее он хочет. Она ему нужна, чтобы я обратно достиг его, чтобы я пришел к нему.